Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Документация». Задокументирована жизнь. Все ее дороги вержи. Как предоставляется момент, пишется в ней новый документ. Дни без остановки мчат вперед. Может, кто когда-либо прочтет на тропинке, вдруг присев у пня, летопись сегодняшнего дня. День еще, событие ушло. Новый миг с рассветом к нам пришел. И опять дороги, виражи. Не дает покоя наша жизнь. Ну все, вот я снова побежал. Зовет дорога. В следующей встрече расскажу вам. Да, она меня приведет. Интересно все-таки. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Ждите новых обновлений. Удачи вам всем.